Турнир на Кубок деревни Лебедевка проводится уже в четвертый раз. С каждым годом растет количество участников, повышается уровень организации турнира. В этот раз в соревнованиях приняли участие 8 коллективов со всего района. Соревнования, которые проводятся на Лебедевской земле по мини-футболу, они как бы открывают вообще все физкультурные мероприятия этого года в районе. В целом по турниру он каждый год очень хорошо организован. И ребята молодые, подрастающее поколение смотрят на более старших, чему-то учатся. Между участниками развернулась острая борьба, в которой чуть удачливее оказались футболисты из села Жаворонки. На втором месте расположилась команда «Пограничники». Почетное третье место занял коллектив детской юношеской спортивной школы. Все призеры получили грамоты и сладкие призы. А главная награда – Кубок Лебедевки – досталась победителю турнира – команде «Жаворонки». Организаторы мини-футбольных баталий остались довольны результатом и надеются, что в будущем турнир будет развиваться. Дмитрий Соснов, Александр Меньшиков, информационное агентство «Курган.ру».